Я 3 года занималась изготовлением шоколада и конфет на заказ. Искренне верила, что это станет делом моей жизни и принесет мне хороший стабильный доход. Я проводила мастер-классы, устроилась в кофейню и готовила трубочки со сгущенкой. Приносила в эту же кофейню свои десерты. Летом даже успела поработать баристой. Но все это время меня не покидала моя проблемная кожа. Классические врачи мне так и не смогли помочь, поэтому я пошла учиться на нутрициолога. Я решила завести свой блог, чтобы делиться тем, как моя кожа восстанавливается. А также максимально простыми и вкусными рецептами.